завидный и известный жених молодых барышень, которые сочли бы за счастье выйти за вас замуж, наверное, вокруг вас вьются. Что не так? Почему вы один? Они недостаточно шалые, так скажем. То есть вот именно надо, чтобы в женщине сочеталось несочетаемое. Молодую хотите красивую, она захочет большие квадратные метры. Как бы я хочу, как все, конечно, старую страшную. Ну ладно, раз уж у вас одни молодые красивые, давайте. А вы сейчас смущает, что Дмитрий может быть ровесник вашего отца? А что, у вас такой молодой отец? Папа постарше немного. Сколько ему? Папе 60. Да, у нас много тем общих для разговора. Не смущает, родители не будут против. А мы будем разговаривать только о вас. Нет, меня это не смущает. Вы в потрясающей физической форме. Дмитрий хочет еще детей. Вообще хотите детей? Первоначальная функция женщины – это родить ребенка и воспитать его. А вы готовы к тому, что, вы уж извините, пожалуйста, мы все мы смертные, что Дим может не дожить до выпускного-то? Да. А что вы меня так смотрите-то? Выйдет со Станкина сейчас, его машина собьет. Вы к этому готовы морально? Ну... Понимаете, разница у вас 20 лет. И чего? Нет, Дмитрий, не обид, просто Роза так грубо, но... Манера моя какая-то там шантановская. Да, ну в 70 лет, будет, когда вам будет 70 лет, ребенок будет выпускаться. Да. Личный возраст. Прекрасно. Я тоже говорю, что в 70 лет жизнь только начинается. Абсолютно. Я наконец-то сделаю себе подтяжку круговую на лице. Ес, и заживу. Это значит без косточек. Ну так кто так, ну давайте посмотрим, что у нас получилось. А я думаю, вы на шпагат все-таки сядете. Так, ну безусловно, да. Вы немножечко меня опередили. Поэтому теперь мы точно знаем, кто будет первый просыпаться по утрам и выжимать нам апельсиновый сок. Прекрасно. Ну, вам здоровья. Чтобы проснуться утром. Но она сдержана. Мы же люди в возрасте. Угу. Мы же, так мягко говоря, принюхиваемся. Это 18 лет там бутылка шампанского склеивает семьи навечно. А угу. Когда тебе 52, ну, это как бы происходит не так быстро и не так скоро. Достаточно ли вы безрассудны? Я не прощаю ошибок. Я не прощу, если мужчина где-то ночует не в том месте. Если он как-то, это будет наказание. Надо так на меня смотреть. Я сразу предупреждаю. Я хочу сказать, что это не ошибка, а ошибище. Это просто реальное дурное поведение. Я очень много даю семье, и я много буду требовать. А месяц через месяц, примерно так, мой организм выдает сразу две яйцеклетки. Я могу родить разнополых, разнояйцевых, красивых. Да нет. Чего ж вы молчали? Надо сразу с этого начинать. Он же суть ваяния влюбленного скульптора. Да. Ой, каждый может обидеть художника. Так, вот заодно и попробуем. Ну, красиво же, ну. Эту картину я нарисовала сама. Окно в Европу, я же из Петербурга. Тут что-то такое, то ли Греция, то ли Рим. В любом случае создает настроение. Я бы хотела, чтобы это у тебя висело где-нибудь. Вот, почему бы нет. Так что это тебе на память от меня, от передачи. Вам понравилась Вероника? Да. Вот посмотрите, она не менее красива, чем первая невеста, да? Да. И фигура потрясающая, при том, что она рожала, да. Но она ведет себя совершенно по-другому, питерская девочка. Я никого не собираюсь исправлять точно. В общем, вы недостаточно безрассудны для того, чтобы вот в омут с головой. Вы знаете... Или кто, поди, знай. Я скажу так. Чтобы в омут с головой, конечно, наверное, не про меня. Я присматриваюсь, я подумаю. Вы юрист. Могли бы друг другу взаимополезны. Но при этом я, на самом деле, очень легкая на подъем, авантюрная, жизнерадостная. Нам дороги нет, а в конце коридора свет. Через ложь, правда, свет. Даш, ну вас нисколько не смутила вот такая близость с малознакомым человеком на сцене? Это же сцена, мы здесь все звезды должны быть. Дарья великолепна. Как вы понимаете, я ее пытался вывести из зоны комфорта, да, когда вот шагнул ей за спину. Она не испугалась этого, восприняла это все адекватно, она молодец. У нас есть пара Дмитрий и Анастасия.